Всем привет, друзья! Сейчас мы берем интервью у Александра Маркина, цельный доктор наук. Чернобылец. Чернобылец, да. Отец двоих детей. Да, отец двоих привет. Детей. Настёна Александровна. Да. Руслан Александрович. Советский Союз, вторая дорожка. И опять Александр Иванович. Три года воевал в Чернобыле. Да. Отечество защищал. Что еще скажете? Физкульт-привет спортсмен. Передайте привет родственникам. Да. В Иваново. Нет, Светка звонила вчера. Нет, ты сейчас передай, я видео пошлю ей. Все нормально, жизнь продолжается. Понял. Будем созидать, растить детей, внуков и правнуков. Бать, скажи всем пока и рукой помахай. Всего доброго. До скорой встречи. И лучше не на кладбище. Пока-пока. Всем здоровья. Вот так вы прослушали интервью Александра Ивановича Маркина, доктора наук, жителя города Троицк, Наукограда. Всем пока.